Пермский край – один из первых 5 регионов, которые получили право создать научно-образовательный центр. Сегодняшнее обсуждение показало достаточно серьезную заинтересованность и вовлеченность коллективов университетских, научных, индустриальных. Общая повестка – это рациональное природопользование, но понятно, что в практическом плане спектр идей, проектов может быть достаточно большой. Мы сегодня это обсуждали, это и цифровые технологии, это и фотоника, это и различные мероприятия, связанные с безопасностью горных работ, с автоматизацией процессов и так далее, и так далее. Важно, чтобы до конца года дискуссия была профессионально завершена, и мы получили четкий перечень тех задач, которые могут быть реализованы уже в 2020 году.